Фейбл. Не плачь. Шон здесь? Нет, мы отправили его домой. Знаешь, он так перенервничал. Ладно, хорошо. Шарли, ну почему ты плачешь? Тебе 20, ты уже взрослая, ты уже давным-давно закончила колледж. Я знаю, но мне очень страшно. Это всего лишь мой второй год в университете. А что Шон скажет? Шон безумно любит тебя, о чем ты вообще? В конце концов, у тебя есть мы. Я уверен, она в полном порядке. С ней все хорошо. Тогда почему ты плачешь? Это слезы радости. Будьте осторожны, она сейчас невероятно чувствительна и может заплакать из-за любой мелочи. Почему все смотрят на меня? Я что, что-то сделала? Ну-ка, обними меня! Так почему она потеряла сознание? Сначала она должна рассказать Шону. А потом уже расскажет всем остальным, как только будет готова. Я не хочу никому говорить! Шарли, мы купили тебе целых 4 мороженых, и ты обещала рассказать. В конце концов, Шону-то скажи! Ладно. Шон, Шарли, быстро на кухню. Да кто-то будь аккуратней с ней! Упс, я забыл. Кексик, ну как, ты в порядке? Когда ты потеряла сознание, я до чертиков испугался. Шон, обещай мне, что ты не бросишь меня, что бы я тебе ни сказала. Кексик, ты пугаешь меня. Но я обещаю, что я никогда не брошу тебя. Я так сильно люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Ну, в общем, я беременна. Шарли! Прости, мне так жаль, это все моя вина! Шарли, детка, в этом нет вообще твоей вины, ни капли! Это все я виноват. Прости меня, детка. И какой у тебя срок? 3 недели и 4 дня. А ты собираешься... Я сохраню его. А вообще, если вспомнить технические детали, то это твоя вина. Упс, сорян. Я люблю тебя. Детка, не плачь. Если ты не хочешь этого, то ты можешь просто сказать. Нет-нет-нет, Кексик, ничего подобного. Я плачу просто потому, что я счастлив. И я хочу этого. Не получишь. Ты хочешь сказать остальным? Я нет. Но мы скажем. Как же я рада, что встретила тебя, Шон. Шон, что случилось? Ты снова плачешь? Шарли беременна. Да ладно, серьезно? Ух ты, божечки, я буду тетушкой. Поздравляю, чувак. Она что, серьезно уснула? Быстрее, переверни ее на спину! Фух. Что я сделал не так? Что я сделал не так? Что я сделал не так? Что ты такого сделал, что она плачет? Я понятия не имею. Ну, прости меня, Кексик. Так мне можно без спроса брать твою одежду? Да. Спасибо тебе! Так что, Шон, сегодня вечером идем в бар? Я тоже хочу пойти. Прости, сестренка, но эта вечеринка только для парней. Плюс мы будем выпивать, а ты же беременна. Да не, я в другой раз схожу с вами. Нет, детка, обязательно иди! Ты все эти месяцы присматриваешь за мной. Пора бы тебе уже развеяться. Иди, повеселись! Но, малыш... Если ты не пойдешь, я буду чувствовать себя ужасно. Но почему ты будешь чувствовать себя ужасно?
потому что я наконец-то смогу хоть одну ночь поспать спокойно, и меня никто не будет будить. В конце концов, но ты же не можешь сидеть около меня вечность. Но, детка, тогда ты останешься одна. Нет, не одна. Со мной будут Мари, Иса и Хлоя. Ладно, если они придут, тогда я пойду. Договорились. А теперь иди и веселись со своими друзьями. Окей, звони чуть что. Детка, вставай. Ты в порядке? Нет. Я сейчас вернусь. Что за... Ох, ты ж ёжик. Воды отошли. Я хочу еще спать. Сейчас всего лишь 2 часа. Вообще, технически, мне нужно спать еще 24 часа, и потом я могу пойти в больницу. Но, похоже, мое время уже пришло. Как хорошо, что мы собрали вещи в больницу еще вчера. Детка? Она что, описала кровать? Ну, зная ее, всякое возможно. Ой, привет. Детка? Детка, только 2 часа. Ты почему оделась? Да, точно. Давай иди переодевайся. Но зачем? Ты собираешься быть отцом или нет? Вот так вот сразу бы. Ненавижу одевать что-то, кроме платьев и юбок. Я выгляжу ужасно. Детка, помедленней. Нет. Я могу ходить сама. А теперь иди и бери вещи. А я сейчас позвоню Дакоте и остальным. Ладно. Напишу-ка я им в общий чат. Ребята, вы уже проснулись? А? Что? Что случилось, сестренка? Да, я встала. Вроде поднялась. О, классно. Я опять играл всю ночь. Выспишься завтра, Нил. А что такое? Так что ты хотела сказать, Шарли? Ну, тут такое дело. У меня воды отошли. Мы с Шоном едем в больницу. Во, блин, серьезно? Ни слова больше, я еду. Так, ну мне проще дождаться вас здесь. Не могу дождаться, когда увижу бэбика. Надеюсь, это будет девочка. Это будет мальчик. В общем, увидимся в больнице. Ага. Да, встретимся там. Конечно. Я все-таки приду, но, видимо, опоздаю. Ты сейчас серьезно? Ну, сорян. Ладно. До встречи, ребят. Давай, сестренка. Будь аккуратна, дорогая. Угу. Я просто жутко волнуюсь. Я тоже. Все, я побежала. Итак, Шарли, больничная одежда лежит на кровати. Будь так добра, пожалуйста, переоденься в нее. Шон, ты можешь сесть где угодно, располагайся. Только, пожалуйста, не сядь ни на какой инструмент. Я вернусь через несколько минут. Отвернись. Можешь смотреть.
Ладно, теперь мы должны дать вам успокоительное. Оно сделает роды менее болезненными. Мне нужно, чтобы вы повернулись ко мне спиной. Шон, пожалуйста, обнимите ее посильнее. Вот так. Так, через несколько минут я вернусь. А когда я приду, вы можете начать тужиться. Мне страшно. Ой, детка, да не переживай. Я здесь, рядом с тобой. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя. Вы готовы? Нет. Как бы мне хотелось, чтобы это видео набрало больше лайков, чем прошлая часть. Поможете сделать? Обязательно подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Спасибо, что смотрите, и до встречи!